Эдуард Александрович Разовский, советский и российский кинооператор, актер, народный артист Российской Федерации и заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. С 1955 года актер, постановщик киностудии «Ленфильм». Эдуард Разовский снял около 80 фильмов, среди них «Дон Кихот», «Человек-амфибия», «Белое солнце в пустыне», «Старые стены», «Начальник Чукотки», «Благочестивая Марта», «Сильва», «Без семьи», «Сказка про влюбленного маляра», «Дон Сезар де Базан» и многие другие. Погиб в автомобильной аварии в Ленинградской области. За рулем автомобиля ему внезапно стало плохо. На 13-м километре Приозерского шоссе машина съехала с дорожной полосы на обочину, когда Эдуард Александрович был уже мертв.